должны жить все достойно. Все должны. И вы, и мы. Я так считаю. Скажите, пожалуйста, почему решили все. Принять участие в акции? Потому что я за ЖКХ не могу заплатить со своей пенсии. Я остаюсь на хлебе и воде. Понимаете, у меня пенсия ниже прожиточного минимума. Скажите, не страшно вообще? Вот стоите вот лицом к лицу. Мне уже ничего не страшно, девушка, если я вышла. Ничего не страшно. Я уже прошла, все прошла. Понимаете? Вот. А что страшно? Скажите... Вот меня защищает 31-я статья Конституции. Я не вооружена, пожалуйста. У меня вот одна бумажка и Конституция. Все. Будьте... Все. Скажите, а какие ваши личные требования? Мои личные требования – дайте мне достойную пенсию, чтобы я могла достойно дожить свою жизнь. Мне уже много лет.